Одна просьба. Я хочу сделать с вами селфи. Давайте поднимем руки вверх, Липецк, и прокричим «С днем города и с днем металлурга!» Чистый город, да. И я так понимаю, что в последний раз на сегодняшний день, сколько времени прошло, численность, то есть увеличилась здесь, народ здесь уже под миллион, как-то мне сказали. Это говорит о том, что не все только в Москву, понимаете, к вам тоже едете. Что пожелаете липчанам в честь Дня города? Здоровья, радость, реально. Чтобы они жили и были счастливыми, любили друг друга. Процветанию городу вашему, чтобы всегда приезжали сюда хорошие гости, как я. Видеть ваши улыбающиеся лица. Мы понимаем, что мы делаем все не зря. Спасибо вам, что вы приходите на наши праздники. Спасибо вам, что вы умеете отлично работать и здорово отдыхать. С праздником!